Доброго времени суток. Хочу снять видео про музыкальный центр NCD ZX10 MNS. Это тут так написано. Значит, он предназначался. Он японский. Он собирался, наверное, в Польше, наверное, в Венгрии. То есть для европейского рынка. Значит, у него вход есть, вход и выход один еще. Вот антенка. Так, это акустика. И можно подключить еще сараунд колоночки к нему. Сейчас покажу его мордашку. Вот так вот он выглядит. Красавец японец. Модель шикарная. Привез из поселка. Ну и сделал небольшой, ну, косметический ремонт. Привел в порядок. Давайте он сейчас в демо режиме. Мы его включим. Я хочу видео показать работоспособности этого музыкального центра. CD не работает. Подключил DVD-шник. Пасеки поменял на кассете. Там по 3 мм я поставил 1 и 1 мм. Много пасеков. И все они широкие. По 3 мм. Ну давайте включим центр, посмотрим. Так, вообще защита. Так, мини-диск. Ну, давайте начнем с кассеты. Вот у меня кассета такая. Silicon Dream, 91 год. Так, одна ячейка. Вторая. Тут мини на пасеке. Кончилась запись. Так, что-то здесь нету. Давайте во вторую доку поставим. Бас очень хороший здесь, вообще 200 ватт. Ну, качество записи на кассете, сами знаете, понимаете. Вторая сторона. Так, включаем CD-диск. Здесь не работает, но индикация горит по функциям. Вот, вот CD-1. И можно нажимать здесь кнопочки, он все будет отображать. Диск второй, третий, четвертый. Вот. Ну, он даже никак не реагирует. То есть включается и все, и тишина. Вот, это DVD-шник жужжит. Ну, давайте включим его. Вот он.
91 год Silicon Dream был. Это радио. Send out pictures, symbols, chemical formulas, all language. The magic of music is a sign of consciousness that could be understood on far-flung worlds. Millions of light years. Очень хороший усилитель здесь. Ну просто шикарный. Колонки играют вообще замечательно, басы обалдеть. Пошел у них. Но звук вообще супер, просто реально. Очень много настроек. Грув. Вот здесь еще есть. В грув. Ну весь в грувах. Ну что делать? Это японец. Мощный японский центр. Сейчас радио включу. Помехи идут. И аукс подключу сейчас. We'll be right back.
отыгрывает хорошо, звук не теряется. Музыкальный центр, супер центр, басы долбят вообще нормально, парни, покупайте, не пожалеете.